Добрый день, это брюки женские по очень-очень-очень интересной цене. Вообще, слово очень-очень интересная цена, я говорю очень часто в последнее время. Ну, потому что реально курс хороший, замечательный, плюс у нас скидки начались. Ну, и эти штаны, они действительно недорогие. То есть 42 размер, 36. Состояние такое нормальное, есть и лето, есть и зима. Мак, 40 размер, хлопок. То есть у них просто удивительно низкая себестоимость. Это тоже хлопок, 42 размер. Это цеунда, 38, а не стрейч. Джинсы. 44 на замке, талия высокая, обычная классическая модель. 40 размер джинсы. Biba Stretch 36. S. Oliver хлопок 36. Blockhouse, это цеунда, талия высокая, посмотрите, какие у них штанины. 36. Zara. Так, большого размера я не вижу размер, но вот по ощущениям это где-то, наверное, 42. Это джинса. 42-й. Вельветочки. Хлопок 40. То есть для такой стоимости, ну, не знаю. Мне кажется, 40 размер стрейч, это клёши. Эсприт 36, хлопок, карго. Хлопок, канда 38. Джинсы, очень плотная джинса, то есть и высокая талия, где-то, ну они такие подростковые, то есть маленький размер очень. Я думаю, 32-й, наверное, если брать женский размер. Так, здесь, наверное, 40. Хлопок. Ксанака, 40-й размер. Хлопковая. Том Тейлор. Карго. 38. Хлопок. 40-й. Хлопок. Легкие. Тоже хлопок. Так, по размеру 40-й. Карго хлопок. Так, 30 размер. Это мужские брюки. Рост у них 32, размер 30. Это Хилфигер. Хилфигер, да. Стиль милитари. Тонкий хлопок на 170 рост. 36, скорее всего, джинса. А ценник отрезан, вот по ощущениям, где-то, наверное, 36-38 размер. Джинсы на высокой талии, XS, замок, немножко клёш к низу. И гранж, стиль гранж. Так, думаю... 28 размер, то есть это 38 по сути. Это одна часть лота. Подробную информацию об этом лоте вы сможете узнать в ссылке под описанием. Мы продолжаем. Это тонкая джинса 40 размер, прямой крой. Сесил 32, тоже хлопок. 30-й сесил, хлопок. Тридцать шесть, 27-й сесил, так, тройка, ну, по ощущениям, 36-38. Это карго 46 размер на замке, отличные прям летние штанишки хлопковые. Так, здесь Олсен. Да, это Олсен.
по размеру 40-й. Джинса Cecil 29. То есть основная часть все-таки здесь летних брюк. Esprit. Регулярная коллекция 34 XS. Так, здесь у нас есть дефект, пятна. Ну, да, они могут отстираться, но под вопросом. Под вопросом. И здесь тоже. 42. H&M 40. Так, так они классное состояние. Двойка. Хлопок. 42. Размер М. Хлопок тоже. Esprit 34. Карго. 36. Легкие тоже штаны. 28 размер. Восьмой. 44. Так, это что у нас? Нет, да. 44. 34. Маленький. 38. 40. Леон, Браксы, 40-й, маленький, 34-й, 38-й, 46-й, стрейч. Хлопок. А, какие они интересные. Смотрите, у них получается внутри есть шорты на болтах. А сверху, значит, вот так вот. Ой, да, интересные штаны. Они прямые, это джинса. Вот такие прямые. Размер 36, скорее всего. То есть они небольшого размера. 42. Апорт 34 новые, ну, а обыкновенные классические штаны 36, восьмерка Карен Миллен, а вот это шерстяные, вот это да, тоже 34 размер, это бенетон, шерсть и джинса, я думаю, что 36 размер, подробная информация об этих брюках, об этом лоте в ссылке под описанием. Спасибо.